дорогой разговор. Поговорил по телефону и лишился денег. В России появился новый вид мошенничества. Злоумышленники звонят своим жертвам и представляются работниками сотовых компаний. Они просят абонента набрать на телефоне определенную комбинацию из знаков и цифр. После этого получают доступ к сим-карте и мобильному банку. Таким образом, мошенники уже похитили около 15 миллионов рублей.